В то же время Россия, понимая, какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации. В случае поставки Соединенным Штатам кассетных боеприпасов на Украину, российские вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против вооруженных сил Украины. Необходимо отметить, что у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы, что называется, на все случаи жизни. При этом они гораздо эффективнее, чем американские. Их номенклатура шире и разнообразнее. В настоящее время командование объединенной группировки войск в районе проведения специальной военной операции принимаются дополнительные меры организационного, технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов.